Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – доля колишнього кінотеатру «Іскра». 28 липня голова експертно-громадської ради виконкому Миколаївської міської ради Артем Ващіленко на своїй сторінці у Фейсбуці запропонував створити на базі колишнього кінотеатру «Іскра» медіатеку і запросив Миколаївську громаду до обговорювання цієї пропозиції. Сьогодні Артем Ващіленко – гість нашої студії. Артем, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам, які бажають приєднатися до нашої розмови, нагадую, що телефон прямого зв'язку 76 92 33. Ми працюємо в прямому ефірі. Артем, будь ласка, чому ви пропонуєте саме такий варіант майбутнього для цієї будівлі? Ну, начнем з того, що в першу чергу конкурентним буде сьогодні та територія, та страна, тот регіон, коли ми говоримо все-таки о судьбі Миколаївської області, люди якого найбільш компетентні, грамотні, краще всього підготовлені і професіональні. В современном мире, в современном цифровом мире знания и умение пользоваться инструментами цифровых медиа, наверное, сегодня это одна из ключевых компетенций. К сожалению, как Украина в целом, так и Миколаївська область, мы не впереди. Поэтому для того, чтобы все-таки добиться этой компетентности, для того, чтобы наша община была конкурентной, сегодня необходимо принимать меры и использовать те инструменты, которые есть практически во всем мире, для того, чтобы цифровая информация была доступна, для того, чтобы у членов общины разных возрастов были достаточные знания, умения, как этим пользоваться, и был прямой доступ к цифровой информации. Поэтому вот формат медиатеки, ну, скажем так, на сегодня это то, что must have, то есть то, что должна иметь община, которая намерена быть конкурентной и динамично развиваться. А на сегодняшний день в Миколаєві немає медіатеки? В Миколаєві медіатеки нет. То есть, в принципе, медіатека – это следующий этап развития традиционных библиотек, где мы привыкли работать с, скажем так, с книгами, с периодическими изданиями на бумажных носителях. Медиатека – это пространство, где у нас есть возможность работать с информационными материалами в электронном виде. Мы прекрасно с вами понимаем, да, сегодня весь мир развивается, все уходит в цифру. И вам, как специалистам в телевидении, вы прекрасно поймете, все уходит в цифру. Поэтому сегодня меньше издается бумажных газет, сегодня меньше издается бумажных книг, сегодня электронный документооборот. Количество информации, которое сегодня находится на электронных носителях, увеличивается в геометрической прогрессии каждый день. Поэтому хранить эту информацию, обрабатывать информацию, предоставлять к ней доступ. Собственно говоря, в этом задача медіатеки. Це тільки частина того, що от в цьому пространстві взагалі-то може відбуватися. Приміщення кінотеатру «Іскра» знаходиться в обласній комунальній власності. Голова обласної ради Вікторія Москаленка в програмі «Звіти наживо» 23 травня цього року говорила про те, яким бачить майбутнє будівлі колишнього кінотеатру «Іскра». Давайте подивимось. Голосуємо два проекти рішення, включаємо його в проект приватизації, в список приватизації і готуємо чи на аукціон, чи на оренду з подальшою приватизацією, за що я сьогодні виступаю. Тому що я розумію, що у міста теж не вистачить грошей, при тому, що є проблемні школи, добудова садочків в деяких районах міста, є багато проблем, водопроводи і все інше. Я сама зараз по центру міста їжджу, розумію, що проблематика дуже велика. Тому моя думка, що необхідно зрозуміти, що все, що майно є, воно, в принципі, все спільне і міста, і області. Це все майно громади. І якщо нам вдасться його продати і отримати гроші в обласний бюджет, це буде перемога всіх. І теж депутатів міської ради. Таких поділів – це наше, це ваше, віддайте нам, ми продамо. Я не розумію. Тому що якщо брати баланс бюджетів двох, то необхідно розуміти, хто соціальну сферу фінансує, наскільки – то наскільки? Я не буду сьогодні цю тему, це окремо вважаю, може бути тема, і у мене є відповідні цифри. Скільки витрачає обласний бюджет на ті ж лікарні, скільки міський. Тому моя позиція по Іскрі. Два варіанти. Чи ми голосуємо з депутатським корпусом, це моя ініціатива, поставити його в порядок приватизації шляхом аукціону чи продаж відповідно до оренди, чи передати міської раді.
Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі, я нагадую, шановні глядачі. А місто готове взяти колишній кінотеатр на баланс міського бюджету. Депутати дали згоду на це під час сесійного засідання 9 липня, повідомляє сайт міської ради. А також нагадує, що будівля, розташована по вулиці Курортній 1А, була закріплена за Миколаївською обласною філармонією на праві оперативного управління. Однак тривалий час об'єкт не використовували за призначенням. Згоду на прийняття кінотеатру до комунальної власності міста надали 28 депутатів. Міський голова Олександр Сенкевич утримався від голосування, зазначивши, що підтримає проєкт рішення тільки за умови, якщо об'єкт буде приведено до належного стану. Кінець цитати. Артема, будь ласка, ви пропонуєте створити на базі цієї будівлі медіатеку в той час, коли обласна рада розглядає можливість його продажу, а міська готова його прийняти без конкретних планів на майбутнє. На чому базується ваш оптимізм? Ну, давайте почнемо з того, що це не оптимізм, а все-таки запрос, в першу чергу, на відповідальність. Ви знаєте, мені стидно слухати представителя обласного совета, який розказує, що от давайте продадим. Ну, це... Я считаю, что это недопустимо. Сегодня, я вот готовясь к нашему сегодняшнему разговору, взял с собой два документа. Это документы от 2012 года. Это один из них от 7 сентября, вот как раз 7 лет исполнится, 2012 года. Вначале идет решение областного совета о согласии на принятие в областную собственность, а затем у нас уже идет 11 октября решение 21-23 городского совета о передаче. То есть у нас вначале область согласилась взять, а потом уже город отдал. То есть однозначно в свое время, в 2012 году, эта инициатива была областной власти. Во-первых, должна быть определенная преемственность. Есть решение областного совета, где представитель областного совета Дятлов поручает контроль за исполнением этого решения постоянной комиссии областного совета по вопросам регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства. Фактически 7 лет областной совет не выполнял своих обязанностей. Результат мы видим на экране, и, собственно говоря, ну, большинство горожан видели это. Видели это. За 7 лет уничтожено абсолютно нормальное здание, которое до передачи, напомню горожанам и всем нашим зрителям, до передачи его в областную собственность, там находился кинотеатр. Там был арендатор, компания «Киномир», которая привела помещение в порядок, и оно функционировало в полном объеме. Поэтому если бы областная власть, поняв, что сама идея филармонии, потому что помещение, зал не приспособлен для филармонических выступлений, там не та акустика, в этом здании нет подсобных помещений для репетиций, для хранения музыкальных инструментов, костюмов, для нахождения такого большого коллектива, как филармония. То есть это здание функционально под филармонию не могло использоваться. Это было ясно с самого начала профессионалам. Поэтому какие были в 2012 году намерения, ну сегодня, наверное, говорить уже сложно. Но областной совет на себя взял ответственность, обещал этим зданием распоряжаться и взял на себя контроль. Если вы поняли, что там не будет филармонии, не будет денег на филармонию, кто мешал вернуть это здание, пока оно было целым и исправным, городской общине 2 года назад, 3 года назад, 4 года назад, в начале каденции нынешнего областного совета и вот госпожи, которая сегодня выступала? Кто мешал быть рачительным хозяином и так сделать? Сегодня же, после того, как здание фактически уничтожено, передать его вот в таком виде городской общине, это фактически результаты своей бездеятельности, просто перекинуть на плечи городских налогоплательщиков. Поэтому я считаю, что сегодня это обязанность областного совета, областной государственной администрации выполнить свои функции, восстановить это здание под то или иное целевое назначение в сфере культуры. Я считаю, что уничтожать и уменьшать количество объектов культурной сферы в Николаевской области тоже недопустимо. Их не так много. И, скажем так, территория, где у граждан, у жителей нет возможности удовлетворить свои культурные потребности, которые разные, да? И в современном мире, в современных
скажем так, ситуации с современными цифровыми медиа, это в том числе и потребность получить доступ к произведениям сферы культуры, которые находятся на цифровых носителях. Это и кино, это и аудио, это, ну, скажем так, и мультимедийные книги, это и инструменты мультимедийного образования. То есть это достаточно широкий спектр. Поэтому медиатека, и поэтому за эту работу должен отвечать областная адміністрація і обласний совет. В контексті суперечок щодо права власності на об'єкт, чи важливо для реалізації вашої ідеї, на чиєму балансі перебуватиме будівля? Ну, во-первых, суперечки нет никакой. То есть нет никакого спора. На сегодняшний день ответственность за вот эту разруху, за вот эту рухлядь, которую мы сегодня видим, за полууничтоженное здание несет областной совет. Нет суперечки. Город согласился его принять. Якщо будівля буде відремонтована, так? Ну, опять-таки, если это зафиксировано в решении городского совета. Насколько я понимаю, и есть комментарий городского головы, никаких обязательств со стороны областной власти, доведшей здание до такого состояния, нет. То есть есть попытка спихнуть себя это, забирайте. Значит, поэтому, на самом деле, для меня принципиально, чтобы эту ответственность все-таки понес областной совет. К сожалению, это тоже средства налогоплательщиков, нас с вами, которые вносятся в областной бюджет. Поэтому так или иначе, да, пострадал налогоплательщик. Обязанностью областного совета и областной администрации в первую очередь есть разобраться, провести следственные действия, я думаю, необходимо с привлечением правоохранителей, выяснить, каким образом произошло вот это. Потому что буквально еще год назад, ну, мы с вами видели, здание было целым. То есть это действие существующих на сегодня управленческой команды, которая, собственно говоря, вот к этому и привела. Поэтому в первую очередь необходимо найти ответственных, определить меру ответственности и наказания. С другой стороны, областная власть в лице администрации областного совета должна инвестировать средства для того, чтобы объект сферы культуры Николаевской области, находящийся на территории города Николаева, был восстановлен и использовался по целевому назначению в сфере культуры. Идеи с продажей, там звучали предложения, что давайте вот мы его как-нибудь там отдадим бизнесу под социальные цели. Ну, слушайте, это абсурд, это глупость, это попытка, знаете как, извините, отмазаться. Я думаю, что так не должно произойти. Это ответственность областной власти. Артеме, будь ласка, ви маєте лише ідею. Чи є розрахунки, по-перше, скільки потрібно грошей на такий проєкт? Значит, для того, чтобы можно было подготовить четкую проектно-сметную документацию, для начала необходимо произвести обследование вообще состояния несущих конструкций этого здания. После этого можно будет понять, какие необходимые капитальные вложения в несущие конструкции. Кроме этого, необходимо разработать проект, который бы позволил адаптировать существующее здание под потребности медиатеки. Хотя сегодня медиатека – это в первую очередь пространство для работы с медиаматериалами, это пространство для различных коммуникационных событий, это и коворкинг, это и возможность проведения различных тренингов, мастер-классов, встреч клубов, кинопоказов, работы с видеофайлами, подготовка видеоматериалов. То есть это и пресс-центр, это и студия для возможности изготовления видеоматериалов. То есть все вот это вполне может разместиться в здании. Есть небольшой админ-корпус у этого здания, который, в принципе, тоже есть для чего использовать. Есть пространство бывшего зрительного зала, которое современными конструкциями вполне может быть разделено на несколько уровней. То есть технологически это здание подходит, и тот опыт, который есть в организации подобных медиапространств во Франции, в Соединенных Штатах, в Тбилиси, вот совсем недалеко, да, то есть как правило, это открытые, свободные пространства. И с
часто со стеклянными фасадами, то есть это современная архитектура, поэтому конструктив здания позволяет это сделать. Значит, для того, чтобы, это чтобы получить конкретную проектно-сметную документацию по реконструкции. То есть колишній кінотеатр «Іскра» идеально подходит для створения там медіатеки? Да, очень, с большой вероятностью, то есть конструктив здания, то есть наличие вот этих вот двух больших свободных пространств, бывшего холла и пространства зрительного зала, плюс админкорпус, то есть в принципе функционально оно абсолютно конвертируемо под цели медиатеки. Второй вопрос – это, конечно, техническое наполнение. И здесь, я не знаю, коснемся мы этого сегодня в разговоре дальше или нет, безусловно, есть вопрос приобретения технических средств, средств для работы с различными электронными цифровыми носителями, CD-диски, DVD, Blu-ray, кинопленка, различные форматы аудиопродукции. Приведу пример. Для медиатеки во Львове помощь в технической части оказал фонд Билла и Мелинды Гейтс. И сегодня фонд открыт для реализации, в частности, таких проектов. Поэтому найти ресурсы для технического наполнения и для приобретения и получения доступа к контенту, так вот тем вот цифровым документам, тем цифровым мультимедийным произведениям, эти инструменты сегодня есть. И вот перед этим мы с вами смотрели сегодня сюжет из новостей. Сегодня в Николаеве команда Team Europe провела конференцию о сотрудничестве с Европейским Союзом, в том числе в рамках программы «Креативная Европа». В рамках программы «Креативная Европа» в том числе и органы местного самоуправления могут поддаваться и реализовывать проекты там, до 2 миллионов евро на различные культурные цели. Поэтому инструменты, через которые возможно было бы привлечь и небюджетное финансирование, они есть. Нужно только работать, нужно иметь идею, иметь возможность упаковать ее в конкурентный проект и в интересах области реализовать. А хто буде працювати у медіатеці? Чи потрібна окрема структура або новий об'єкт увільється в якесь із існуючих управлінь чи відомств? Очень хороший вопрос. Значит, ну, в принципе, да, вот то, с чего мы начали. Медиатека – это как бы следующий этап развития библиотеки. Да? Поэтому, безусловно, там нужны специалисты, специалисты, которые умеют работать с информацией, которые способны каталогизировать различные информационные объекты, люди, которые понимают, как с этим работать, каким образом организовать каталог и доступ, каким образом формировать архивы, каким образом работать в том числе с клиентами, читателями, пользователями. Поэтому здесь может быть два пути. Можно идти как по пути создания нового учреждения, так и, например, медиатека может стать подразделением областной библиотеки имени Гумилева. Мы понимаем, что там ситуация с помещениями ограничена, объемов того помещения, которое сегодня есть, не хватает. И идея о том, что в идеале хотелось бы, да, чтобы медиатеки были в каждой библиотеке, это правильная мысль. И я считаю, что создание вот такого первого базового проекта, который способен будет оцифровывать в том числе и те материалы, которые сегодня есть на бумажных носителях, каталогизировать, сможет в том числе принять и обработать архив. Например, мы говорили, и я об этом писал, так как мы утратили архив Николаевский кино, то есть в свое время областное предприятие «Кинопрокат» вот той же областной властью было полностью уничтожено, и тысячи копий кинопродукции, в том числе и хроники, хроники о жизни Николаева, да, не говоря уже о копиях кинопроизведений. То есть это наше культурное наследие. Они были просто уничтожены. Но это было в 90-х годах. Да. Сегодня мы видим, что областное телевидение ОДТРК сегодня трансформировалось в подразделение Суспільного мовлення. И тот архив видеоматериалов, аудиоматериалов, которые за долгие годы, да, фактически формировал современную историю Николаевской области, да, не хотелось бы, чтобы его постигла та же участь. Эти материалы должны находиться на территории области, ими должны распоряжаться и
иметь к ним доступ николаевцы, для того, чтобы знать свою историю, иметь возможность воспользоваться этими материалами. Поэтому для меня одна из задач в медиатеке – это, конечно же, электронные архивы, в том числе и культурных произведений николаевщины. Это и видеокопии, то есть снятые на цифровые носители спектаклей николаевских театров. Это и, как мы уже говорили, сохраненная кино, видео и фотохроника жизни Николаевской области за все эти годы. И сегодня мы же с вами понимаем, сколько видеоматериала генерируется. Да? И рассчитывать на то, что все оно сохранится в облаке, да, что все оно там сохранится ресурсами социальных сетей. Ну, на самом деле, это, с одной стороны, опрометчиво, с другой стороны, эта информация должна быть систематизирована для того, чтобы ей можно было пользоваться. Поэтому это еще одна из функций медиатеки. Скажи, будь ласка, створення медіатеки на базі колишнього кінотеатру «Іскра» не ставиться за мету, що вона буде конкурентною для сучасних бібліотек? Ні, звісно. Ні, звісно. Я ще раз, от ми, то, о чому ми говорили, да, то есть медіатека – тому, що бібліотекарі можуть хвилюватися, адже створення нової структури. На самом деле я бы рассматривал это как раз как расширение в целом библиотечной сети. То есть можно говорить, что медиатека-библиотека, то есть это библиотека нового формата, которая дает возможность пользователям получить доступ к информации в цифровом виде, на всех цифровых носителях. Поэтому я вижу, что медиатека, вот как такое вот региональное подразделение, да, способно обрабатывать информацию, систематизировать, а затем через сегодня существующую нашу библиотечную систему раздавать доступ, в том числе и вот к тем ресурсам, о которых мы сегодня говорили, потому что сегодня, в принципе, большинство библиотек – это уже далеко не книгохранилище. Сегодня это фактически культурные центры, особенно если мы говорим о районах, малых городах, то есть там, селах, населенных пунктах, где кроме библиотек, к сожалению, сегодня не осталось ничего. Поэтому роль библиотеки сегодня гораздо шире. То есть фактически сегодня это основной очаг культуры. Поэтому важно, чтобы там была возможность получить доступ, в том числе и к современным фильмам. Один из примеров. Сегодня, в частности, там, в мире, в Европе существуют десятки кинофестивалей, в том числе документальных фильмов, которые работают онлайн. Поэтому нужно просто получить права доступа и раздать их пользователям. То есть, условно говоря, мы сегодня можем получить доступ к целому пласту современной мировой кинокультуры. Это вот только как это один сегмент кинокультуры, подключившись к этим онлайн-фестивалям, да, и давать возможность смотреть эту видеопродукцию, эти фильмы, как в помещении медиатеки, так и доступ к ним будет у библиотек, в том числе и в районах. А на яке коло відвідувачів розраховані медіатеки в інших країнах? У вас є досвід? Да. Значит, ну, учитывая, что вообще сам термин медиатека, он появился во Франции в середине 20 века. То есть это далеко не новый формат. И за это время европейские страны, Соединенные Штаты, Канада, то есть там, где Япония, там, где медиатеки давно являются уже частью вот такой вот инфраструктуры современного мира, статистика говорит о том, что основная масса посетителей, пользователей ресурсов медиатеки – это люди возрастом от 25 до 45 лет. При этом пользуются инструментами медиатеки обязательно. Это и дети, потому что это и обучение компьютерной грамотности, и это сегодня доступ к огромному количеству мультимедийных обучающих программ для детей. Это та цифровая грамотность для детей 21 века. Это и люди старшего поколения, да, которые точно так же не всегда имеют возможность часто дома, да, получить качественный доступ, в том числе и к интернету, и к цифровым медиа. Поэтому, в принципе, медиатека – это место для всех. Медиатека – это, если хотите, одна из концепций – это третье место между домом и работой.
Артема, будь ласка, що ви плануєте робити для втілення своєї пропозиції і наскільки ця ідея важлива для вас? У нас залишається півхвилини, будь ласка. Ну, в першу чергу, я планую, що в ближайшее время ми проведемо переговори з потенціальними партнерами. Це і сеть «Бібліомост», це і «Альянс Францез», це, возможно, фонд Білла Мелінди Гейтс. Это и инструменты программы «Креативная Европа», для того, чтобы для начала на уровне концепт-ноута, то есть концепции проекта, изложить это, с тем, чтобы можно было вести переговоры с потенциальными партнерами об источниках финансирования. Но при этом домашняя работа остается за Николаевским областным советом, за областной государственной администрацией о корректном использовании этого объекта культуры. Ми будемо стежити за цією пропозицією вашою. Спасибі, що ви були сьогодні у нас в студії. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.